Чрезвычайное экономическое положение в Приднестровье вводят впервые. Президент Красносельский выступил сегодня на внеочередном заседании Верховного Совета. Он рассказал, из-за чего возник острый дефицит газа и как Приднестровье будет экономить. Почти 37 миллионов кубометров – это дефицит газа, который сложился в Приднестровье в октябре. Причина – «Газпром» сократил поставки газа в Приднестровье на 30%. Это большой объем, подчеркнул сегодня Вадим Красносельский. Он привел данные только для того, чтобы исполнить энергоконтракт с Молдовой. МГРЭС нужно 74 миллиона кубов газа. А ведь есть другие промышленные предприятия и нужды населения. Днестровская ГРЭС вырабатывает электроэнергию на 70% рынка Молдовы, потребляя 74 миллиона кубов газа. А нам урезали 37. То есть 50% от экспортных возможностей. В этих условиях Приднестровье вынуждено экономить газ. В республике отодвинули отопительный сезон и начали экономить за счет промышленности. Уже остановлен ММЗ, Рыбницкий цементный комбинат и другие предприятия. На сегодняшний день удалось сэкономить 22 миллиона кубометров газа, но этого недостаточно. Нужны дополнительные меры, сказал Вадим Красносельский. Дальше предел. Дальше газа просто нет. И брать его неоткуда. Поэтому, конечно же, мы допустили возможность ограничения поставок газа на саму Днестровскую ГЭС, естественно. При этом, тут принципиально, мы не ставим самоцелью ограничения поставок электроэнергии Молдове. Это так получится, у нас не эта цель, у нас просто газа нет. Поэтому, конечно же, в этих условиях принято решение специалистами. С понедельника мы ограничим поставку газа на молдавскую ГРЭС, вследствие чего вместо 70% пакета останется 27% экспорта. Сейчас неизвестно, сколько газа поступит в Приднестровье в ноябре. Какими бы ни были поставки, в первую очередь газом будут обеспечивать население республики. Что касается работы молдавской ГРЭС, если поставки сохранятся на уровне октября, на экспорт станция сможет вырабатывать 23% от потребностей Молдовы в электричестве. Это конечная цифра, сказал Вадим Красносельский.